Всем привет! Вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта, я Хоспорт, и мы с вами возвращаемся в брутальную, сумасшедшую немножко игру Bad Dream Coma. Значит, мы с вами переходим на кладбище, давайте на него сперва посмотрим, а потом я вам расскажу, что я об этой игре узнал, и, соответственно, какие наши дальнейшие планы на ее прохождение, потому что планы несколько нетипичные. Давайте, мы идем на кладбище. Вот оно, кладбище, страшные звуки, все дела. Короче, я вычитал, значит, что эта игра представляет собой игру довольно разветвленную. Что имеется в виду? Да не каркай ты, подожди. Имеется в виду, что в зависимости от вот этих знаков мы получаем, по сути, три разные игры. То есть, да, мы с вами там накуролесили, поэтому у нас будет депрессивная концовка. Однозначно будет, как я выяснил, наличие вот подобных вещей делает хорошую концовку недостижимой. Сразу. И их никак не скинуть. Но прикол не в этом. Прикол в том, что три линии этой игры очень сильно отличаются. И дальнейшие квесты во многом зависят от того, что ты уже набрал, что у тебя закрылось, что открылось. Соответственно, там прямо отличаются квесты. Очень-очень глубоко отличаются. Игра, в принципе, вроде как не очень длинная. Поэтому мы с вами сделаем вот что. Мы с вами посмотрим депрессивную концовку сперва. А потом попробуем вытащить на хорошую. Но там уже придется сейф-лоад делать постоянный, потому что, как вы понимаете, как вы могли видеть... В первой серии, в первые же 10 минут, ты случайно ткнул на птичку, и у тебя хорошая концовка уже недоступна. Поэтому будем, значит, пытаться. Насчет трех прохождений, то есть еще вот на этого чертяку с косой, не знаю, не уверен. То есть вот у меня есть такое подозрение, что плохой и хорошей концовки будет достаточно. Кроме того, по секрету скажу, что у этой игры есть продолжение. Bad Dream Theater. И мы с вами его тоже должны взять. А если мы застрянем, открывая сразу три прохождения, то это будет долго и жопно. Также хочу вам сказать, что концовки даже внутри одной концовки различаются. То есть мы с вами сейчас идем на депрессивную концовку. Но при этом у нас есть, например, друг птиц. Любовь к птицам. Доброе сердце. Которые мы получили, по-моему, если они... за то, что мы дали чирик бомжу. Вот. И, соответственно, даже внутри депрессивной концовки будут разные какие-то мелкие различия, которые мы с вами увидим именно потому, что мы вот эти вот положительные, так сказать, качества получили. Ладно, давайте меньше трепаться, больше делать. Что у нас здесь? Цветочек. Прикиньте, сейчас будет сорвал цветок негативно. В этой игре все возможно, я так понимаю. У меня почему-то не работает. Я не помню, здесь была подсветка вообще. Так, что это? Какой-то воздушный шар. Одна звезда единственная. Это, наверное, что-то значит, да? Я так подозреваю. Если что, видимо, придется вернуться, потому что я боюсь, не запомню. Здесь нет ничего кликабельного. Я же сказал. Вредные растения. Ладно, мы все равно негативно идем, так что похрен вообще. Ага, здесь просто вход. Здесь можно что-то использовать. Но у нас нет того, что здесь можно использовать. Открытая могила. Статуя. Ну мы вот отсюда зашли, значит. Окей, ну мы с вами депрессивное говно, поэтому мы будем сейчас все крушить, ломать. Безо всякого зазрения совести. Блин, большая тут получается локация-то, да? Оу! Ха-ха-ха-ха-ха!
Вот эта серия началась, да, у нас? Кость. Окей. Кость так кость. Перейти к Клифф. Здесь нужен какой-то ключ. По-моему, здесь больше ничего нет. Кладбище Клифф. Паук. Ну, я так понимаю, его можно лопатой отмудохать. Ты кто? Какой-то червяк. Может, убить паука, спасти червяка? Не знаю, не знаю. Так. А если я опять открою, он опять нас... Это что было? Ладно, пока не буду открывать, давайте здесь посмотрим. А, это сюда и была дорога. Статуя. Мементо мори. Ну, это понятно, да. Вот это вообще похоже на то, что там было на картинке. Крипта. Может быть, там на той картинке было нарисовано... А сюда надо что-то поставить, но у меня нет этого. Сюда мы войти не можем. Опаньки. Это как это? Кирка. Неожиданно. Цветочек. Не знаю, что я этим сделал. Но вот это вот очень похоже на то, что... Я только единственное, что не понял, там, может быть, было где-то копать, у нас же лопата-то не зря. Киркой, наверное, можно же... Что-то расхреначить. Может быть, дверь? Загадка, загадка, да. Мементо мори. Это червяк, который ползает здесь по кладбищу, это, конечно. Если я правильно понимаю ситуацию, нам нужно... Нет, не сюда, подожди. Смотрите, можно землю... Подождите. С ним все равно ни хрена сделать нельзя, с этим пауком. Я думал, его можно мочкануть, если ты злой, а я злой. Но что-то как-то нифига. Нам нужна еще одна кость, как минимум. Может, надо копать там, где рука вылезла? Загадка. Но у нас для паука нет ни хрена. Давайте еще раз. Еще раз посмотрим. А есть ли здесь какой-то символ, который выделяется, типа, знаете, где копать? Я не вижу, но вот воздушный шар какой-то над деревом. И звезда, да? Смотрите, опять сраный интерфейс пропал. Спасибо, черти. Непонятно.
Непонятно, непонятно. Опа. Стало яснее. Стало понятней. Здорово, чувак, как дела? Автосейв. А что ты мне сюда показываешь? А, ты мне руку протянул. Вот что означает выражение «руку протянул», да? Смешно, смешно. Это было смешно. Не, не сюда. Ничего себе. Это поворот. Да, это поворот. А я был уверен, что туда надо. Здрасте. Что ты тут делаешь, мой маленький? Приходишь, чтобы найти причину нашей проблемы? Напрасный труд. Смерть уже давно оставила это место. Без нее мы не в состоянии освободиться из этого сна. Видишь? Нам надо умереть здесь, чтобы вернуться в реальный мир. К сожалению, смерть не посещала никого уже очень давно. Да я там завалил несколько человек. Ты че, бабка? Даже тех, кого настигли ужасные чудовища. Забавно. Чтобы бессмертие приносило терпение людям. Видимо, страдания. Все, кроме нас, здесь не настоящее. Весь этот мир построен из наших воображений. К сожалению, с каждой секунды становится все хуже. Люди боятся собственной тени, поэтому их разум рождает новых чудовищ. Сон становится еще большим кошмаром. Круг замыкается. Тебе не надо за меня переживать. Противоположность другим, я умею о себе позаботиться. Я здесь уже давно и научился некоторым штукам. Что касается тебя, возьми этот аппарат. По кладбищу снует безумный гробовщик. Добросердечное, но не совсем понятливое существо. Пытается бросить всех в могилу, несмотря на то, живой он или мертвый. Если он будет к тебе цепляться, сделай ему фотографию. Вспышка должна его испугать. Он выглядит угрожающе, но внутри это трус. Если, несмотря на это, ты хочешь продолжить поиски, тебе надо проверить крипту. Возможно, внутри находятся какие-нибудь указания. К сожалению, дверь закрыта на какой-то специальный замок. Без понятия, как его открыть. А я знаю, как его открыть. Ладно, подожди. Мне, понимаешь, нужна кость. Можно я из тебя кости вытащу, а? Тебе же не нужны все. Ну ладно. Значит, вот сюда нужна еще одна кость. Но я не понимаю, как ее... Может быть, надо руку сжечь? Я не знаю. Я не знаю, я теряюсь в догадках. Ну, эта фигня уже не активна совершенно. Здесь вообще активных областей нет. Чувак, может ты это самое, мне что подскажешь? Я понимаю, ты мне уже руку дал, это как бы само по себе. А, вот так ты хочешь поступить? Может быть, вот... Нет. Ну на. Угу. Отдай кость. Я тебя сейчас лупой отхреначу. Отдай кость. Отлично. Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Блин, куда этот гробовщик запропастился, когда он так нужен?
Нам надо как-то подождать, блин, наверное, когда паук дожрет. Ничего не вижу. Ты выйдешь сегодня гулять или нет, я не понимаю. Странная картинка, она мне непонятна. Паук вообще перестал быть активен. Нужно сделать что-то, чтобы он доел. Я не знаю как. Лопату отняли зачем-то. Это что было сейчас? Серьезно, это вандализм какой-то. Ну возьми, взял бы камешек хотя бы. Я не знаю, зачем я это делаю, если честно. Давай выходи, засранец, я же тебя слышу. Нет. Нет. Ну, то есть, я так понимаю, его надо выманить каким-то образом. Я просто, ход моих мыслей в данный момент следующий. Мы, значит, вот это вот все ломаем, он злится, выбегает, мы его фотографируем. Он охреневает от такой наглости. Или я просто занимаюсь фигней. Это тоже вариант. Ну, как бы если они отваливаются просто так, то это прям вообще некрасиво со стороны игры. Да, походу, реально просто так. Какая-то мини-игра или что? Вау! Ха-ха, чувак, я сейчас твой дом по кирпичику разберу. Выходи, подлый трус, драться будем.
По-моему, ему насрать. Так, еще раз. Воздушный шар, звезда. Дерево без кроны. Так, давайте-ка я сфотографирую эту картинку. Я не знаю, зачем она мне, но мало ли что. Так, окей. Это что такое? Любовь к паукам. А, то есть, когда мы в прошлый раз пауков не убили, хотя нас просили, да, нам любовь к паукам не дали, а вот теперь дали. Отпад. То есть, его можно было как-то грохнуть, видимо, этого паука. Хотя я хоть убей, не понимаю, каким образом. А, подожди, здесь же тоже можно, получается, постучать, да? Я просто не знаю, вот это вот отваливающееся, это просто типа элемент декора или это что-то значит? Видимо, просто элемент декора, честно говоря, я склоняюсь к этому выводу. Иди сюда, зараза. Ни одно из этих деревьев не похоже на то. Эти тем более. Это тоже не похоже. Чувак, мне нужна эта кость. Ну что ты за человек такой? Человек-паук. Вот это? Нет, не похоже. Это крипта, это понятно. Может, я тоже разбить? А я реально такой вандал. Главный герой вандал. Он ходит, все бьет. Ну, я начинаю видеть места, которые можно разбить. Вот типа того. И вот этого. Но я не вижу, честно говоря, смысла в том, что мы делаем. Может, какая-нибудь ачивка будет? Упорный вандал? Не знаю. Других вариантов я не вижу. Ну вот еще. Это сложно. Это прям сложно. Сложно и непонятно. Я вот на это... Это что? Паук, что ли? Не, они все равно не активны. Это дерево тоже не похоже, понимаете? Вот это дерево, в принципе, похоже, но могилы стоят не там. Не так стоят могилы. Да, загадка. Мементо море. Ой, я дурак. Да, вот это я, конечно, дал. А, это не отсюда? Может, отсюда? Подождите-ка.
Да, это в этой игре есть нечто, знаете. В ней есть нечто такое правильное. То есть в тот момент, когда ты. Когда тебе кажется, что ты застрял, вот все, да, ты уже не понимаешь, что нужно делать. Именно в этот момент игра тебе что-то подкидывает. Не, мышь, я не буду тебя трогать, ты опять сдохнешь. Мне череп можно, пожалуйста? Не, нельзя. Ну ладно. Почему нельзя мышь сфотографировать? Ладно. Ха-ха-ха-ха! Обосрался. Жук. Нормально сработал фотоаппарат. Я, кстати, тоже не очень люблю фотографироваться, так что... Окей, еще что-то здесь есть? Блин, а я про спички вообще не подумал, честно говоря. Я не буду трогать мышь. Не буду. Хотя, может быть, она нужна, чтобы... Ох, не, ладно, не буду. Пойдемте проведаем паука. Гниющее мясо. Да хрена мне мясо, мне кость нужна, чувак. Ну ты тут... Ты вообще... Кто? Дай кость. Жри мясо, дай кость. Надь. Нет. Может тебе мясо? Череп зачем-то взяли. Да. Да подожди ты. Так. То есть вторая кость не нужна была, что ли? Нет, здесь чего-то не хватает явно. Свечей нигде больше нет. Среди оплывших свечей и вечерних молитв. А, так. Фотокамеры у нас тоже больше нет. То есть, видимо, второго нападения, возможно, не ожидается. Или у нас была только одна попытка. О, смотрите, она заплакала. Заплакала, так сказать, по нам, по всей видимости. У нас ни хрена нового не появилось. Серьезно, вот одна сраная перчатка и все. Ничего не изменилось. Это что было сейчас? Это я кусок стены отбил, что ли? Да, слушайте, кусок стены отбил. А что нам это дает? По-моему, нам это ни хрена не дает. Я говорю, в конце будет какая-нибудь ачивка, типа... Здорово, рука, здорово. Будет какая-нибудь ачивка, типа, разбил все стены. Вандал. Да, иронично получается, иронично. Ну, я так думаю, что мы с вами в этой серии только кладбище пройдем, если пройдем еще. А, сейчас был какой-то звук, вы его, вероятно, не слышали. Возможно, он сигнализировал о том, что мы здесь разбили все, что могли. Или это случайный какой-то типа скримак. Вас уже две. Крипта это хорошо. Но я не могу в нее зайти. А...
Простите, да, я протыкиваю буквально все, потому что игра тут местами подлая такая. Почему я не могу взять молоток? Вообще ни одной идеи, честно. О! Так, а с чем было связано, что он доел, наконец? Это не очень понятно сейчас было. Yes! Крипта! Свечи зажигаем. А можно мне... Да ты прикалываешься, что ли? Теперь у нас еще и легкие раны. Ты не мог нормально косу потрогать, сука. Ars bene moriendi. Что ж ты? Еще и персонаж неуклюжий. Не смог нормально косу потрогать. Офигеть. Здесь вот опять вот эта фигня. Я не знаю, зачем она нужна, честно говоря. Зачем мы оставляем вот эти вот следы а-ля Бэнкси здесь? Ладно, давайте смотреть. Что произошло сейчас? Ха-ха-ха-ха. Вот это поворот. Хм. За ночью приходит утро. Многие люди начинают просыпаться ото сна. Попробуй как-то закончить ночь. Может, это даст нам какое-то направление? Обычного ожидания недостаточно ни в этом мире. Ладно. Попробуй закончить ночь. Да, задачки у вас, конечно, я должен вам сказать. А ты тут так и будешь, да, сидеть, я так понимаю? Что за... странный звук. Серьезно? Я ж... Ой, да ладно! Ну я же тыкал туда. Черт с тобой, ладно. Ага. Я понял. Это я понял, и это мне не нравится. То есть мне нужно где-то еще остальные звезды обнаружить, да? А, ну вот, одна. Вторая. Их, по-моему, пять. Здесь нет вроде бы. Ну или если пошар, это вполне возможно, так что не будем исключать эту вероятность этого. Еще одна. Так, а как я выходил в прошлый раз? Окей, я так понимаю, нам надо в крипту.
что-то происходит. Ха. Чё тебе надо? Что-то страшное происходит, но нам не показывают. Видимо, не хотят пугать. Ну зажги ты, чё ты? Подожди, а я не вижу здесь ничего. Просто свет погасили и все, что ли? Зачем? Вот там вот что-то есть, но походу там ничего нет. Хм. Автосейв. Череп пропал, смотрите. И крипта снова закрылась. Череп там внутри был. Ты мне не дашь череп, друг? Тебе все равно не... нахрен не сдался. Не следуй за мной. Ща, подождите, я обязательно не последую за ним, но сперва я хочу добежать до бабки. Узнать, что там у нее. Ты встретил ее? Была здесь. В тайнике должно было быть что-то важное. Что-то такое ценное, что привлекло сюда саму смерть. Ясно. Ну что ж, идем за ней. Хрен, а хрен ли делать-то нам, собственно. Так, ну это мы сфотографировали, хорошо. Это что? Кусок стиральной резинки. Получается, мы можем где-то что-то стереть. Стиральная резинка. А где нам... А ты кто? Пожалуйста, не бойся. Снаружи происходят неприятные вещи, но здесь мило и безопасно. Кому я это говорю? Это ты тот проказник? Я слышал, что ты делал в больнице нехорошие вещи. Да, делал. Так не ведут себя прилежные люди. Я не прилежный. Тебе должно быть стыдно. Очень. Твои родители не будут довольны. У тебя вообще есть родители? У меня нет, но у моего приятеля есть. Он меня попросил, чтобы я за ними присматривал. Они спят, закопанные глубоко под землей. С ними нет большой работы, но было бы проще, если бы у меня было мое собственное тело. Кто-то украл его у меня и оставил с этим. Это было нехорошо. Ты можешь помочь мне найти мое тело? Чувак, я... Окровавленная голова плюшевого мишки? Почему окровавленная-то? Я его не бил. Ну, судя по статусу, это был не я. Так, я понял ситуацию. Лети, муха. А мне банку, да. Я понял. Смотрите, The Lying Dead Soon. Это же зловещие мертвецы. Это Эш, смотрите, с дробашом. Нормальная тема. Мне нравится. Значит, мы с вами, получается, вернемся в больницу, починим медведя. А ты кто? Может, можно у тебя глазик забрать? Мне там глазик пригодился бы, нет? Может, тебя там, я не знаю, что-нибудь с тобой сделать? У него почему-то вот здесь пропадает эта функция возврата. Но как бы и никакого поинта не появляется, ладно. Так, хорошо. Что у нас здесь? Кран можем открыть? Не можем. Канистра не берется. Всякое средство. Еще какая-то хрень.
Ну, видимо, все. Здесь. Не знаю. Я, по крайней мере, не вижу больше ничего. А, не будем медлить. Что нам нужно? Что нам нужно? Банка. Где мы можем применить банк? Игра прям не перестает меня удивлять. Банк сюда не по... Медведь? Перейти до лес. В смысле? Подожди. Я что-то не понимаю. В этот дом нас вообще не пустят, что ли, вот так? Что-то хрень какая-то, ладно. Раздел 3 завершено. Кое-что сняли, смотрите. Мы получили любовь к паукам, не любовь к растениям и легкие раны. Окей, ну что, у нас... Да, слушайте, 45 минут, раздел 4 лес. Нам бы вообще-то в больницу вернуться, честно говоря. Лес. Какие-то псилоцибиновые грибы. Окей. Значит, на этом мы с вами сегодня закончим. Мы миновали кладбище. Уж извините, что я так туплю. Записываю я это в позднее время, так что немножко, может быть, разум... Ну, или я просто тупой. В общем, да, прикольно развивается ситуация. Мы с вами прям... Вжарили уже, смотрите, сколько набрали всего. Ну, мы вообще, на самом деле, откровенное говно, но мы друзья птиц и друзья пауков. Во всем остальном, мы очень-очень нехорошие ребята. Вы были на секретной космической станции Хоспорта, подписывайтесь на канал, все дела. Вернемся в мир BDream.com, скорее всего... Да хватит скримеров звуковых-то, господи, сколько можно... Скорее всего, уже на следующей неделе. Но в любом случае, это было прикольно. И вообще, должен с вами поделиться, эта неделя получилась такой насыщенной. Много разных интересных игр. Одна старая, две новые. В общем, круто. Все. Не забывайте там VPN наточить на всякий случай и все дела. До следующей встречи. Пока.